А, вентиляция есть? Так, по росту у нас подгонка. В паху не давит, на подножках не висим. Ясно. Так, как у нас руки тогда? Спину к ранцу, руки вперед. Кандидат в космонавты Андрей Бабкин примеряет скафандр для выхода в открытый космос впервые. Его напарник Сергей Прокопьев в этой гидролаборатории тоже новичок. Здесь, как в реальном выходе в открытый космос, главное – подогнать скафандр по размеру. Сергей, ну как сейчас ты оценишь руки и перчатки? Лучше первый, да, размер? Давай тогда поднимаем давление. Тяжелые орланы поднимают краном и погружают в воду. С внешним миром космонавты связаны лишь вот этим фалом жизнеобеспечения. Внутри, как в небольшом космическом корабле. Первые шаги в безвоздушный мир. Первое знакомство со станцией делают специальные гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. 5000 кубометров пресной воды. На дне 15-метрового бассейна точная копия сегмента МКС. С одной стороны, помогают водолазы. С другой стороны, здесь же гидросреда. Она от вакуума отличается, и гидросреда накладывает тоже свои определенные условия. Есть такое понятие, как присоединенная масса воды. То есть фактически он перемещает не только себя под водой, он еще какой-то объем воды перед собой перемещает. А в вакууме этого нету. Андрей, к работе готов? Да, страховочный фал отрефлексирован. Как и при выходе в открытый космос, в бассейн погружаются только парами. Перемещаются по внешней стороне станции, цепляясь карабинами или же при помощи вот такой стрелы. Только она позволяет уверенно добраться до необходимой точки МКС. Перемещение параллельно. Понял. Проходим достаточно высоко. Понял. Опускаю ниже. Понял. Все как у альпинистов, на жесткой страховке. Золотое правило двух точек – сцепление с корпусом двумя карабинами, либо карабином и рукой. Фиксация должна быть обязательной, потому что вернуться за счет силы рук нельзя. Сколько ни маши в космосе, толку не будет. Поэтому основное правило – это фиксация. Вот сейчас оно дается нам с трудом, вот чтобы все было грамотно, правильно, на нужных расстояниях, на разных поручнях, с правилом двух точек. Этот водный скафандр – тот же «Орлан». Для выхода в открытый космос только тяжелее. Чтобы полностью создать эффект невесомости, надо правильно обезвеситься. Достигнуть так называемой нулевой плавучести. Здесь космонавтам помогают водолазы. В космосе придется рассчитывать только на себя. Внимание, первый оператор стоп-работа, нештатная ситуация. Первый оператор неработоспособен. Второй его транспортирует до шлюзового отсека. Отрабатывается нештатная ситуация. Сергея Прокопьева необходимо доставить до шлюза и буквально втащить внутрь станции. Вначале Андрею Бабкину надо забраться самому, причем вперед головой. Передвижение вперед ногами в космосе запрещено. Конструкция скафандра, она такова, что он не может посмотреть в разные стороны. Его обзор ограничен исключительно остеклением шлема скафандра. И то, что вот он не может, вот как я, посмотреть вниз, там, назад, он может посмотреть только перед собой. И видеть, что у него находится под ногами, он не может. Если будет заходить внутрь ногами, он может просто застрять. Подобная ситуация однажды была в реальном космосе, когда поврежденная перчатка американского астронавта угрожала разгерметизации всего скафандра. Российским космонавтам за все время обслуживания космических объектов не приходилось переносить неработоспособного напарника. Однако случись такое в реальном выходе, у этого экипажа проблем не возникнет. Тренировка в гидробассейне – финишная прямая для всех кандидатов в космонавты. Выпускной экзамен после многолетней подготовки. Ощущение такое, что чем больше мы уходим в это направление, тем больше понимаешь о том, что человек по своим знаниям ограничен. И нам надо расширять как можно больше. Эта финишная прямая, получается, обращается в пирамиду, стоящую на острие. То есть вначале тебе казалось, надо мало знать. Каждый раз, с каждым шагом понимаешь, что этот объем надо увеличивать и увеличивать. И предела этому нет. 2 года общекосмической подготовки – словно проверка на прочность. Зачастую именно на этом этапе сходят с дистанции. В реальный полет они отправятся уже через 5 лет.
сейчас, чтобы повыше взлететь, надо поглубже нырнуть.